Ну что, ребята, всем здорово, добро пожаловать на начало нового прохождения. Проходить мы будем такой мод, как Half-Life и Chaos. Поехали, чуваки. Этот мод нам расскажет историю Блэкмезы с альтернативной точки зрения. И Chaos переводится как эти, как его, отголоски, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, поехали, чуваки. Очень много карт, модификация делалась 5 лет. За достаточно короткое время после релиза она собрала очень положительные оценки. Это, можно сказать, одна из самых таких громких модификаций вообще в истории Half-Life. Поехали! Unforeseen consequences. Непредвиденные последствия. The last time I heard those words was back at Black Mesa. Последний раз я слышал эти слова Black Mesa, которые мне нашептывали на ухо. В этот день вся земля погрузилась в ад, когда он принес этот кристалл. Ну ты понял, про кого я говорю. Про нашего общего друга. Кстати, моделька Джимена из второй Half-Life взята. Прикольно. Так, ну, собственно, начинаем. Субъект, кандидат 12. Секьюнс... Один фундейшн. Окей, поехали. Тут же нас мод встречает достаточно пиздатым маппингом из детализации. Прежде чем играть, на самом деле, я почитал всякие отзывы про эту модификацию. Писали про неожиданную концовку. Очень-очень обалденно маппинг. Вообще детализацию. Вот писали то, что... Эта модификация выжимает, так сказать, все соки, чуть ли не полностью, да, движка Gold Source. И так далее. Чё-то какая-то срань, не успели уже подъехать, а уже непонятно, что происходит. Кстати, насколько я знаю, с этим вот инженером есть какая-то... Какой ты громкий, капец. Что-то мне тут не нравится. В общем, с этим инженером есть какая-то вроде секретная, так сказать, сценочка или что-то типа того. Давайте посмотрим, на чем вообще творит. Что-то пришел сюда. Посмотрел на ящик. Посмотрел на этот ящик. Как будто в музее искусств какой-то, я не знаю, чувак. Ты не в музее, ты в Блэкмезе, чувак. Так, так, так. То же самое, нагнулся, нашел закладку, подобрал. Нет, не та закладка, это монетка. Так. Что вы ищете, уважаемый? Я могу вам помочь? Что вы делаете? Он под руку у меня за яйки. О боже мой. Во, что-то началось, смотрите. Интересно, только посмотрите на это. Что-то не очень. Твою мать. Ни хрена себе. Что-то, знаете, напомнил Эфир, и Doom 3, и кучу других игрушек. Вау. Слушайте, ну мне это уже нравится. Это обалденно просто. Просто обалденно, чуваки. Круто сделано, а? Очень круто.
Прикольно, прикольно. О! Выглядишь ужасно. Да, действительно. Да. Вау, это так близко. Блин, чего у вас так? Мысли, что-то происходит. У меня есть мысли, почему такая громкая озвучка. Ого, как у вас там складец. Эх, сейчас бы туды. Баночки валяются какие-то. У-у-у. Трахашки. Бх. Что такое? Which one of you guys locked me in here? I'm serious now. This has become quite annoying. Hello? Hello? Come on, guys. Ну, ты говори, что сделать. Я вроде нажал на что-то, ну ладно, сиди там дальше, товочки. Ой-ой-ой-ой. Someone will pay for this mess. I promise you. When this is over, heads will roll. Бывает, чувак, бывает. Где это я оставил схему процедуры отключения? Хм. Да забей, чувак, не бойся, просто тыкай отверткой и ближайший провод и все. PhD does me now, hmm? No, theoretically, this is impossible. Theoretically. Что же теперь делать, а? О, привет. Hey, sir. So, my reputation precedes me. Чувак, ты его видел? Скорее дай мне кусок яблока, я в него метну. Ах, ладно, черт с ним. Пусть идет. Пусть идет. Я успею еще до него добраться. Так, а ты у нас, значит, решил здесь прятаться, да? Чтобы потихонечку пожрать. Втайне ото всех, да? Негодяй такой, а? Негодяй. Так, понятно. Значит, там снизу у нас нет ничего. Доктор Ван Бюрен. Я так больше не могу. Аптечка валяется. Так, окей. Ладно, давайте-ка сначала вон туда, да? Сгоняем, посмотрим, что у нас там. Какие карты здесь красивые. Это да. Пойду обратно, чуваки. Не могу на это смотреть. Это слишком все эпично и круто. Давайте возвратимся назад и продолжим шляться по всяким засанным тоннелям. А! Stay back! Упс! Упс, упс, упс! Осторожненько, осторожненько! Ой, боже мой, какой кошмар! Обалдеть. Не вызвал эти, ну, бригады. Нет, 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 не вызвал. Вон там бригада военных летят. По вашу душу. А может и не по вашу, не знаю, честно придумали. Красота, конечно, есть просто обалдеть. Так, я так понимаю, сюда можно забраться, да? Не будь осторожненько. Идиотом. Да что ж такое? Не будь идиотом. Ну вы. А, они выбраться. Нет. А, понятно. Они, короче, выбраться, походу, не могут. Не будь идиотом. Забрались туда и все, а выбраться не могут, нифига.
Че, чуваки, все, обломись. Обломись, походу. Не будь идиотом. Ну, походу, к ним никак не попасть. Да, ну ладно, тогда фиг с ними. Так, ну ладно, чуваки, сидите дальше. Ждите, пока вам кто-нибудь поможет. О, газировка. Бери скорее. Бери скорее, беги. Сука, халява. Ты слышал? Какой-то звук? Что это? О, нет. Куда ты пошел? Стой! Always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. Stupid machines! Why don't these ever seem to work? Что происходит с нашим оборудованием, черт побери? I can't wrap my brain around it. Так, окей, хорошо. Какая башенка красивая. Так, ну а вы что можете сказать, дорогие друзья? Да. Может, стоит нам повременить до расчета новой корреляции? Капец, не хорошо. Я не уверен. Искренне надеюсь, что сегодня поглотители в реакторе в нормальном состоянии. Слушайте, ну здесь много мест, где можно помотаться туда-сюда. Это, в принципе, достаточно прикольно. Карты действительно большие, очень большие. Эй, увидимся позже. Я тебе пиво еще пришлю. Угу. По почте его можешь прислать. О, нифига себе, какая красота. Ну, авторы прямо красавчики, ничего не скажешь. Что-то летит? А, это водичка. Да, да, да. Захотел искупаться? Что ты хочешь делать? Искупаемся, давай, чувак, пойдем поныряем. Щучкой. Ласточкой, я не знаю, солдатиком. Так, я так понимаю, нам сюда, да? У меня смутное ощущение, что сейчас прямо здесь все и начнется. That smell is interesting. Надеюсь, что это не от тебя так воняет. Да, у меня прям смутное ощущение, что нам надо вот сюда, чуваки. Друзья, что это мы там делаем? Ну ладно, ну, начинаем. И... Так, подождите. Здесь нарисовано лямбда. Это значит, что здесь что-то можно сделать, я точно знаю. Лямбда — это святое. Если она здесь нарисована, значит, здесь точно можно что-то сделать. Ну давай, давай, туалет! Включаю, как, включаю какую-то там, я не знаю, сценочку скриптовую. Ладно. Нам, походу, не сюда. Так, а в женском то же самое можно провернуть? Так. Дамочки! Техпроверочка небольшая. Так, а если вот так? Понятно. Прикольно. Так, ну в любом случае, нам нужно найти, куда идти дальше. Если сюда нам... Пока путь закрыт, и сюда, в принципе, тоже. Не отвлекайте меня сейчас. То остается вот эти двери. Остается, вернее. Ну, что-то все закрыто, блин. Так, ну окей. А, подождите. Вниз, точно.
Вы что-нибудь такое видели? Я знал, что это произойдет. Ты же окно установки программ. Не послушал меня. Ну, в принципе, неудивительно то, что у них опять все рушится, ломается, не работает. Все мы знаем то, что в Блэкмезе все старо, как дерьмо мамонта, так что... Так что, в принципе, неудивительно то, что все рушится. Они должны пройти успешно сегодня. Ты не находишь? Я в этом уверен. Джимейн! Джимейн! Такой, сваляй отсюда! Пшоу вон! Не получилось. Не, ну маппинг, конечно, просто сделан по-королевски на самом деле. Детализация, маппинг, все очень круто. Просто обалденно. Привет. Ну прям провода, все соединено, обалдеть. Я такое вообще впервые вижу в модах. То, что прям все соединено, видите, прям да, проводочки торчат. Это вообще обалдеть. Я вот реально впервые такой вижу, на самом деле. Тут даже проводочек к клавиатуре идет, обалдеть вообще. Просто жесть. Жена Джа. Быстрее, быстрее, залезай. Быстрее, 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 залезай. Этих проводочков нету даже во второй халфе. О боже мой. Они групповуха. Что они делают? Заткнись. Я просто хочу выбраться отсюда живым. Я предвидел все это. Я все предсказал. Интересная картина. О, привет. Чувак из Half-Life, Decay. Не помню, как зовут. Перестань задавать один и тот же вопрос. Так, ну, вперед. Ладно, давай попробуем. Давай попробуем. О, монтировка. Да-да-да-да-да. А-а-а. Думал, что это еще один администратор. Все утро распыляется. Все. Сейчас, походу, начнется. Это не очень-то хорошо звучит. Какой-то звук. Что это? Наверное, это лифт. Это звучит плохо. Монтировку дайте, я спасу весь мир. Red line, blue line. Все, приехали. У меня плохое предчувствие. Да. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь идеи, что делать дальше? We'll get through this together. I suppose a security guard should know what he's doing. Sure do. Ты, наверное, шутишь. Это что, он нажал кнопку монтировкой? Какой-то умный чувак. Да. Давай я этим займусь. Черт возьми, монтировка. All have our jobs to do. Mine is right here. Ай, ладно, идите к черту, тогда без вас справлюсь. О, какие звуки. Что-то у меня такое ощущение, то что в этом моде будут какие-то хоррор-сценки. Это вот прям по-любому. Здесь вот прям все на это намекает абсолютно. Даже самая первая начальная сцена такая секретная. Это, кстати, очень хорошо. Я люблю, на самом деле, хоррор-моды на первую халфу, особенно на первую халфу. Да, да, ну. Так, подождите, может, что-то может открыть, я не знаю, давайте посмотрим. Транспорт хаб. Пип-пип-пип. Пип-пип-пип. О, нет. Невероятно. Вот это да, дай хочу. Я хочу еще раз посмотреть, чувак. Дай.
Запихни свое глядище в этот автомат еще разок. Это было прикольно. Блин, прикольно сделано, а? Чуваки, я же говорю, хоррор мод. Видели, только что нас пытались напугать. Правда, это не особо получилось, но все равно прикольно, прикольно. Дайте угадаю, там сейчас G-Man будет? А, нет, там никого нет. Надо музычку погромче сделать. Так будет почетче. Пам-пам. Пи-пи. They don't stand too close to the main doors when they're opening or closing. They close hard. If I have to ride that tram one more time, I'm gonna... Looks like we're in for a long day today. Good morning, and welcome to the Black Mesa Transit System. This train is inbound. Sector Susi. Все? Все, поехали, поехали. О, господи. Друзья, вам не кажется, то, что здесь нужно провести капитальный ремонт? Да, выпустите меня отсюда кто-нибудь! Быстро-быстро открой дверь! Я все еще успею забрать монтировку, короче, с лифта. Это наш ключ к успеху. Посмотрите на его глаза, такой, блядь! О, боже мой. О, это как Half-Life 2, эпизод 2, там тоже такая волна была. Ехрена себе. Айкен, Айкен, дайте мне пушку. Мяу. Ебать, вот это круто сделано, обалдеть. Чувак, стреляй! О боже. Красиво, красиво. Открой, пожалуйста, дверь. Да. Твою мать. Нам пиздец, друзья. Нам капец. Все, приехали. Добро пожаловать, вот. Слушайте, сделано, конечно, все, ну, очень красиво. Это обалденно. Просто обалденно, чуваки. Да. Четко. Почему-то атмосфера этого мода немного напомнила фильм «Гла». Хотя не знаю почему, просто почему-то вспомнилось, короче. Не, атмосфера здесь, конечно, капитально отличается от оригинальной первой части. Это просто прям вот капитально просто. И все-таки, как я полагаю, это мод именно с примесью хоррора. Это очень круто, на самом деле. Очень круто. Так, ну вот, в принципе, и начинается игра. Руин. О! Красота. Так, ну из оружия пока, конечно же, у нас ничего нету. Конечно же, да. Да.
только гильза. Классно. Осталось. Короче, только гильзы, к сожалению, остались в этом оружейном шкафчике. Обломись. Все оружие спипихли, хотя оружие там было, ну, просто дофигища. Так. Зомбак. Ну, зомби это не страшно, конечно. Зомби это не страшно. Обалдеть, как круто сделано. Вот это да. Жесть. Срочно пошла монтировка. Чё за фигня? Не, в это, конечно, надо играть ночью, это 100%. Так будет намного приятнее играть. Намного приятнее. И атмосфера будет лучше чувствоваться. Зачетным, зачетно сделанным. Ой, чувака утаскивают. Так, я надеюсь, мы сейчас никуда не провалимся. Навонял. Бля, ничего не видно, а? О, фонарик. Блин, какой фонарик, там оружие валялось. Причем, если меня не подвело зрение, то там валялся Desert Eagle. Это обалденно, блин. Блин. Там валялась пушка. Причем хорошая пушка. Хотя, конечно, может, это был не Desert Eagle, но все равно, главное, там валялась пушка, а это уже как бы... В таком месте без пушки, это, конечно, жесть. Звук из ACP. По крайней мере, похоже. Так, окей, окей, окей. Идем дальше. А это случайно... Нет, это не та самая дверь. Ух, как высоко. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, только не упади, чувак. Я тебя умоляю. Нифига себе у него это. Ой, это случайно не то самое место, кстати, которое мы в прошлый раз видели, а? Там вообще два инженера такие стояли, смотрели. Типа, блин, это просто невозможно, как мы так смогли? Нифига себе. Так, окей, ну здесь, в принципе, все понятно. Это надо вот сюда вот, да? Сейчас по нему заберемся и пройдем дальше. Так вот, оп, 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 и хрен. А, во, все идеально вообще. Аптечка валяется, она, в принципе, не нужна. Так, ну окей, поехали кататься, так сказать, в аквапарке. Поехали. Итак, ребята, вперед. Бум-б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 ум. Ох ты, нифига себе!
чувак, ты бы ему помог, а не рукой махал, а? Он все еще жив, чувак, он все еще бежит. Кошмар. Так, он начал посмотреть, сколько там я заснял. И если там больше поучаствовать, надо заканчивать. Да уж, ну ладно, ребят, давайте, пожалуй, на этом моменте закончим. Первое впечатление, конечно, от мода очень положительное. Теперь я понимаю, почему за столь короткое время мод набрал очень высокие оценки. И стал он очень уже знаменитым, потому что в последнее время мне все прям советуют в него поиграть. Советовали, вернее. Вот. Везде я про него читал, слышал. Ну ладно, ребята, надеюсь, вам понравилась первая серия. Не забывайте ставить лайкосики. Пишите что-нибудь в комментарии. Всем пока, удачи. Потом продолжим. Пока-пока, ребята. Не забываем в группу ВКонтакте вступать.